нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина Юнона. Юнона, ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Доброе утро. Привет всем. Сейчас мы, тренера из команды LSF, покажем вам зарядку, что гарантирует вам отличное настроение на целый день. Первое упражнение мы сделаем с бодибаром. Если в домашних условиях у вас нет такого предмета, как бодибар, то можно просто взять обычную швабру. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Бодибар берем чуть шире плеч. Поднимаем наверх. Ставим на низ трапеции, не на шею. И аккуратно приседаем. На вдохе вдох и выдох. Встали. Опять вдох и выдох. Встали. Вдох и выдох. Второе упражнение называется подъем бодибара на бицепс. Обязательно локти вместе, колени чуть согнуты, немного грудь вперед. И на выдохе сгибаем. Выдох и медленно вдох. Опять. Выдох и медленно вдох. Выдох, вдох. И третье упражнение – это планка на локтях. Рекомендую это упражнение делать до отказа. И потом, со временем, вы будете все больше и больше увеличивать свое время. Все эти упражнения делаем по 3 подхода, по 30 повторений. Но планку на локтях делаем до отказа. Спасибо, что это утро провели с нами. Всем пока!